И вот теперь все подробности. На предприятиях Кольской ГМК завершился аудит второй стороны. В качестве аудиторов выступили специалисты по охране труда заполярного филиала Норильского никеля, Норильск никель ремонт, заполярной строительной компании, специалисты главного офиса ГМК Норильский никель. Промышленная безопасность на крупном производстве – основа труда. Опасностей во время горнодобывающего или металлургического процесса много, и если не соблюдать элементарнейших правил, можно получить серьезную травму или вообще погибнуть. Вообще недостатков может быть очень много. Это и эксплуатация оборудования. У нас сейчас идет внедрение стандарта – это изоляция источников энергии. Это не только электрическая энергия, это и механическая энергия. Это где больше всего наши люди получают травмы, когда они, ну, как-то не думая, куда-то засунут руку. Там, не думая, там, без диэлектрических перчаток полезут в трансформатор. Надо сказать, что таких случаев в последние годы на предприятиях Кольской ГМК все меньше. И результат тому – скрупулезная работа по разъяснению элементарных правил безопасности. Постоянное напоминание о том, что прежде чем что-то сделать, надо подумать. А на входе в цех работника встречает плакат. Он отвечает за твою безопасность. А над плакатом – зеркало. Я думаю, что это влияет. Во-первых, когда человек приходит и видит, что их подразделение работает какое-то количество дней без травм, и видит себя в зеркало, где написано, что кто отвечает за безопасность, отвечаешь прежде ты. Да? Вот я думаю, что это положительно влияет. Правила безопасности едины для всех производств. Где бы в какой стране они ни находились, Норильский никель, как один из мировых лидеров производства металлов, должен соответствовать всем международным стандартам. Охрана труда, она есть охрана труда. Человеческая жизнь, она везде одинаковая. Поэтому подходы везде одинаковые. То есть у нас в компании, во всех компаниях, входящую группу, то есть приоритет жизни и здоровья работников перед результатами производства, он всегда преобладает. Аудиторская проверка на предприятиях Кольской ГМК продолжалась неделю. Кроме основных подразделений ГМК, специалисты по охране труда проверили компанию «Печенгострой». Такие аудиты у нас проводятся уже не первый год. В частности, последний был проведен в августе прошлого года. Ну и, естественно, с такими же аудитами мы бываем и на площадке Таймырского полуострова, куда приезжают также представители Кольской ГМК и «Печенгостроя». А весь апрель на предприятиях Кольской горно-металлургической проходит месячник по охране труда. Ежеквартально подводятся итоги соревнования, выявляются лучшие подразделения. И по результатам безаварийной работы самые ответственные сотрудники получают поощрение.